В каждой галерее и в работе художника-портретиста есть такие работы, которые написаны, в общем-то, с большим таким азартом, с вдохновением, но они как бы по жизни своей недооценены. Недооценены. Вот это такой портрет. Называется «Подружка Оси». Написан он акварелью, в смешанной технике, с акрилом и даже с такими вот, сейчас покажу, такими вот ягодками. Такой вот немножко необычный портрет. Такая вот подружка-осень.